Добро пожаловать в будущее, братишка. Пока кто-то блокирует Телеграм и освещает ракеты, другие юзают биткоины и смотрят порно в виртуальной реальности. Есть и третий тип людей, которые понимают, что мир стремительно прогрессирует, блокчейн, VR и электронная коммерция меняют его прямо сейчас. Команда сайта Start.com знает, как все это работает и отслеживает лучшие проекты будущего. Получает 1.5% в день до 55% в месяц. Открывайте позицию. Сидит на сутки, неделю, 2 или 28 дней и получай свой доход за счет технологии, инвестируя хоть 100 рублей, хоть миллион. Переходи по ссылке в описании на сайт Start.com и прикоснись к технологиям будущего вместе с нами. Нахуй лудяру? Стутаева поднялся, да? Поднялся Стутаева, нормально. Ев, ты где? Ев, ты где? Тебя спрашивают, где ты вообще? Включите Мирона, ёпта, говорят. Мирона включи. Заряди что-нибудь Оксимирона. Мирон, у тебя есть песня Мирон? Да у меня дохуя. Короче, дохуя. Знаешь, завтра все вернёт назад песня. Короче, стой. Ев. Надо не рассказывать. Ев, ты где? Ты где, блядь, Ев? Салют всем, салют, салют. Да, я знаю. Третий Мирон, этап уже да? Весь сняли, заебали. Футболку Империум вы можете заказать на Оксишопе, пацаны. Это нормальная хуйня. На улице узнаю, да, частенечко. Заебистый мой друг, я не знаю. Лидер хуйня, ну не знаю даже. Покажи тёлок, чувак. Типа, я здесь один сижу, видишь? Чё по петле? Петля это нормальная хуйня была. Я не знаю, чё за занудство ебучее такое, типа, было. Что, бля, типа, петля это хуйня, типа, это недопустимо, блять. Грязь лицо и петля это, типа, разные вещи. Я, ну, правда, не вижу в этом ничего такого ужасного. Песню. У меня дохуя всего именно. Из Миронского. Дохуя вообще. Тебя попросили Мирон. Короче, петля это заебись было. Мне лично понравилась эта идея, и мне вообще похуй. Те, кто говорят, что это типа левая какая-то хуйня, мне кажется, это занудство, короче, не знаю, как бы. Ну, все, три песни, бля. Не, не может быть, это какая-то хуйня. Ну ладно, похуй. Это... Да, конечно! Ну это хуйня какая-то реально, у меня их больше. Ну это понятно, но я имею в виду, у тебя там три песни, да? Нет, это пиздец какой-то. Давай, короче, мы ее записи сделаем, да? Давай, мы... Стоять! За подсказочку я чувствую такую хуйню. Ну, нет, нет, ты вот где-то стопы залезешь. Давай, там. Привет, Маша! Передаю тебе привет! Не-не-не, Карин, у меня стакан есть. Нормально. Пиздец. Да, я снова пью, чуваки. Конструкт прикольная хуйня. Прикольная, прикольная хуйня. Ёбаный карась. Чё, тяжело. Сюда налить? Да, да. Водки? Да, да. Хорошо. Всем привет, 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 привет. Песни ментора на фоне, ну да. Я всем налил. А, еще одну. Злые голуби в здании, пацаны, да. Лучше все вместе наебениться, я МС на пенсии все. МС на пенсии, бич. Ну хватит, ёпта, блядь, Захар. Да, забил, потому что пиздец. Ой, мои партнеры, блядь. Салют, чуваки, салют. Дайте что-нибудь это запить, пожалуйста. Или давайте чокнемся, короче. Кирилл, у тебя вот запить. Короче, удали 2-2 нахуй. Куда удаление? На какую кнопку? Какие мои шансы? В душе не ебу. Кнопку мне покажи. Какая кнопка? Я крутая, спасибо большое. Что за женщина? Меня знают, я не знаю. Ты выпил, да? Да, я выпил уже, прости, пожалуйста. Да ясно, блядь. В следующий раз. Ёбаный рот. Это мои фанаты. Будешь после фанаты? Да, возможно. Я мои фанаты. Захар! Это Захар Бабкин, хозяин Северный 55, и он в здании, вам готов. Бря! На пульте! Where are you? I'm in Владимир. This is my friend, bro. Наконец-то твоя транса. Спасибо. Вышел из группы, ну типа, не хуй знает. Где вы будете всей командой? На БМ-фесте? На БМ-фесте? А у меня уже аудиозаписи закрыты, не судьба, блядь.
Значит, телефон там мой занят. Включай. Ты не сдохнешь от водки? Нет, я буду жить, я буду жить от водки. Ты что пишешь, блядь? Если скинуть текст, зачитаешь. Покер, да. Кроме Мирона, мне больше всех понравился парт Маркула. Короче, как клавиатуру. Захар топ. Братишка. У меня такой друг Захар. Салам алейкум. Показал охуенный батл против казахов. Красавчик. Хоп, мусором, плечами, стрек пошел нахуй. А Джокер — это любая карта. Делаешь еще. То есть, если попадается Джокер, значит, это любая карта. Глупо. Посмотри, дальше. Ты же прошел? Я буду болеть. Эшкере, Эшкере. Ты в Ладосе, мы в Ладосе. Я в Ладосе, брат. Мы в Ладосе. Я ветеран, ты вор. Топовый паря. Спасибо, чуваки. Вот, допустим, у тебя... Спасибо. Допустим, две десятки попадаются, да? Из команды Мирона... Да, пойдемте покурим. Короче, из команды Мирона фитанул бы только с Пиелом. Ни с кем больше вообще. Нет, мы не в Питере, блять. Мы все по своим городам разъехались. Я не знаю, почему вы все думаете, что мы в Питере, короче. Мы все по своим городам. Короче, на BM-фест, я думаю, все приедем вроде как. Должны все приехать, вот. Парт Порчанского. Ну, обычный порчи, типа, мне понравилось. Прикольно. Подпишись на меня, сука. Нет, сука. Помнишь, когда в Тверь приезжал? Я приезжал в Тверь. А, блядь, да, в натуре, я приезжал в Тверь. Один разочек было. Футболка пиздатая. Ну, покупайте, чуваки, типа, оксишоп, вся хуйня. Кирилл, хватит пиздеть, а то там парень сейчас всех тёлок склеит. Ну, да. Да ясно, блядь. С кем батлиться? Со мной батлиться, блядь. Злома, блядь, съедать, да? Что ли, блядь? Где вы будете на БМ-фесте? Ну, я не знаю, типа, где мы конкретно будем, но я думаю, все, кто хочет словиться, мы с вами там словимся. Конечно. 100% словимся. Конечно, да. Летай, норм, тип, в жизни? Ну, конечно, нормальный тип. Даня, летай, вообще охуенный парень, я очень топлю за него. Ну, значит... Что о Нойзе думаешь? На Нойзе я вырос... В чем прикол курить? Прикол, я все... мы хотим это курить. Про МС, да, Нойз МС. Охуенный, кстати, типа. Пол детства, пол своего детства. Пол своего детства слышал Нойза, Нойз охуенный. В Нижнекамск никогда больше не приеду, блядь, пизду ваш Нижнекамск, блядь. Тигры не знаю. Только если они фанаты Оксимирона, может быть, и приедут. Это домой, блядь. Что думаешь насчет Туркмении? Чуваки, я думаю, Туркмения — это заебись. Атмосфера Версуса, я не знаю, что может быть лучше. Тигры поедут нахуй. Тигры. Парень с тобой. Езжайте нахуй. Бра! С кем ты побатлил из команды Смоки? Со всеми побатлю. Вы будете совместку делать? Не знаю. Будешь на фесте фоткаться с маленькими фанатками? Конечно буду, блять, а как еще? Конечно буду. Он же подофил. Фитанул бы с кем-нибудь из тигров? Ни с кем. С Лестером бухал, конечно, бухал. С Майлзом бы фитанул. Вот. Йоу, салют из Киева, да. Кирюша? Короче, себя в селфи, ты понял, да? Бухаешь, да, бухаешь. Дашь Греба, Дашь Греба, Дашь Греба, приветик. Ой, приветик. Дашь Греба. Давно не виделись. Телефон себе сделала? Короче, сделала. Сазон до сих пор в армии, да хуй знает, наверное, да? С Владимира? Да. На его подругу. Заебись. Фрешблад выиграет. Фрешблад выиграет ПМ, пацаны. ПМ вообще нахуй разъебет всех. А то есть ты не выиграешь, братишка, да? Пошел нахуй, выиграешь. Братишка, нахуй, ПМ, я топлю за тебя. Я больше не дружу. С кем по... Так, что куришь? Привет из Юрьев-Польского, земляк. Юрьев-Польский — это моя земля. Я сам с Юрьева. Это, по-моему, Владимирского. Майлз, да. Да. Майлз переоцененный, но неплохой. Он его хочет. Я хочу Майлза. Бля, это домой нахуй. Сейчас я прилетаю, напишем. Майлз, смотри, если ты это... Майлз, если ты это слышишь... Ну, дашь Греба. Да все отлично. Привет с Балакирева. Салют с Балакирева. Балакирева — нормальная тема вообще. Купи кроссовки и часы. Ну, себе я, конечно, куплю, но не тебе, брат. Планируешь чистить друзей в ВК? Да, планирую, потом почищу. Это что такое было, блядь? Да иди домой, нахуй. Меня... А, это... Да вот в Вайбере, блядь, забей хуй. Ты хорошенький. Да, конечно. Я хорошенький. Конечно. Конечно, Гарик есть. Конечно, он хорошенький, Гарик, говорит, есть. Конечно, нет. Я вообще-то не курю. Спокойной ночи, скоро встретимся на БМ. Спокойной ночи, брат. Я бы потрахался с вами. Вот это что такое? Это что означает? Привет с Германии, салют. Там, да ясно, блядь. Палм забирай, лям, заберу. Считаешь ли ты Микси переоцененным? Давайте не здесь.
Давайте в ЛС, блядь. Почему ты меня игноришь? Сорян, прости. Салют с Казани, вам тоже привет. С Кривого Рога тоже нихуя. Хеллоу из Иваново. Вот Иваново нормально. Стали рядом. Рядом, пиздец. Салют, там, Иваново, короче. Иваново, это хуйня тема вообще. Раунды под таймер, не знаю ничего. Как ты цепляешь баб? Говорю, что я из команды Оксимирона, типа, и все прокатывает. Короче... Все, пойдем, заебал. Сейчас, подожди, не курил. Давай, жду. Кровосток? Бывает, иногда слушаю. Да. Че с коленом? Крестообразный порвал нахуй, все пиздец. У меня, допустим, все пиздец. Две пары, три сета. Да. Летай, вообще заебись, чувак. Летай, мне нравится. Мне вообще все нравятся из своей команды. Типа... Если четыре карты одинаковых, то это карта. Вологда. Вологда, салам. Из Ростова салют. С Камчатки салют. Из Петушков, ёпта, привет. Данил Трамп Нейшн, ты хуй. Го... Чего? Из Калининграда? А если ничего? Привет. Столица, ну. Ну ебать, ну ребята, ну хватит. Вот ну все, я понял, что здесь. Из всех городов привет. Я всем рад, ребята, вы все охуенные. Я не смотрю футбол. Это просто в этом сути заключается. Так легко? Это так легко. Про Баду ты не забыл, но типа... Имеет возможности прыгать, я бы с удовольствием, но типа, все хуёво. Так, давайте что-нибудь еще нормальное. Нахуя ты на эти вопросы ебучие отвечаешь? Ну в смысле, зачем я запустил трансляцию? Пообщаться с пацанами, конечно же. С Латвии привет. Салют, салют. 50 тысяч, да? А у тебя нихуя нет. А у меня нихуя нет. И все думают, бля, у него, наверное, что-то есть. И скидывают карты. Да, а я хуя встал, окей. Блядь, охуеть. Измаил, Ташкент. Ёбаный рот! Поняла комбинации? Да. Охуеть! Все? Пара, пара, сет и каре. Остальные? Конечно, бухаю, конечно, бухаю. Если я веду трансляцию, значит я бухаю. Пара, сет, каре, фулхаус. Вообще за водочку сгоняю. Стрит, флэш, флэш-рояль. Фулхаус это когда у тебя... Я иду за водочкой, пацаны. Да, сет и пара. То есть, три одинаковые пары. Я знаю, что... Нет, не две пары. То есть, мне 19 лет. Понимаю, да? На кроссовере? Стрит, это просто. Кто аутсайдер сезона? Аутсайдер сезона Витя Бови. Витя Бови аутсайдер сезона. Смотри, это когда там 2, 3, 4, 5. Вот так. Это стрит. То есть по возрастанию. Они могут быть в любом порядке. То есть мы... Вы люди на хате? 5, 6, 7, 8. Шестеро? Да, короче, разливайте... Есть флэш. Флэш это 5 человек на 7. Я пойму, по сути, я пойму. Наливайте водки. Наливай. 5 человек на хате. Наливайте, мы играем. Сейчас, походу, спамили. Вот сюда штаканчик и вообще рюмка. 0-0, нахуй. Что там дальше? Пом играем, открытый. Да, галочок калитный. Короче, эфир сохраняешь. Как так поговорить с Мироном? Никак. Такое. Если ты не Кирюха Паундропов, то ты никак не поговоришь с Мироном. Все в порядке, дела, брат. В натуре, блядь. Это твой даймер? Ну что, снимаю? Вот тебе, Кирилл. Андроид. Держи телефон. Хуя. А мне что не налили? Хватит вот так, я налили же. Налили. Где? А, налили? Я же уже поставила. Бля, ребят, переключите в ебалу, пожалуйста. Ладно, бля, я опять переключу, Кассу. Кирилл. Это кассу, что возьми такое? Возьми, пожалуйста, телефон. Да, я буду на фесте Booking Machine, пацаны. Все, кто хочет на BM Fest, короче, все подлетайте, мы увидимся. Мы увидимся и запустим. Четыре. Треки будут попозже. Ну, блядь, мы не ходим в клуб. Ничем не занимался до паркура. Давайте выпьем, а потом... Давай, я просто сейчас пока раздам. Хули ты такой охуенный? Да, в натуре, хули ты такой охуенный? Да. Пандропов! Да, все, я пью, пацаны, короче. Давайте, чуваки. Оп. 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 Дай что-нибудь поставить, как подставочку. Сейчас мы выпьем и дадим. Хорошо. Можно сок просто подвинуть? Да, ясно, бля. Вот этот, блядь, коробку. А ты чем запивать ты будешь? Блядь. Водкой. Рэма и Муфасы, ну типа вживую он был охуенный, на видео мне очень не нравится, потому что мне кажется, что они попадают в биты оба, короче, не знаю почему такая хуйня, типа. Не баш. Но вживую было круто. Короче, я чем запить? Ого, я сразу ва-банк иду, я бы сейчас тут пошел ва-банк, знаете почему скрываемся, у меня цепь из королей.
Да, я был на батлах, на газе. Да. Можно ли спуть? Не стоит. Когда маленькая пара там. В Рибок еще ездил? Нет, в Рибок больше не ездил. Захара пара девяток, видишь? К сыну проститутки. Смотри, если мы сейчас играли на деньги, я бы забрал. Я считаю, что он интересный персонаж, но слабый батлер. Я уже говорил. В финале разъебу Витю Бови, если буду в финале. Ты говоришь там, не один раз в жизни попадал. Будет сегодня. Дай мне свой телефон дать. Он выиграл 5000. 90 тысяч. Это был флеш-рояль. Это знаешь, что такое флеш-рояль? Это когда сам карты... пиздец. Карты... Хуёв... Северная 55, 99-я квартира. Кого зовёшь? Я сейчас поебал там. Сейчас поебал там всем, кто сюда приедет. Кто приедет на Северную, поебал получит. Но они представляют. Все получат чмок от меня. Кто идет на Северную с лодочкой. Я сейчас слышу какую-то хуйню, потому что здесь играет какая-то хуйня. И у тебя, допустим, десятка, то ты можешь спокойно джокер выиграть. Взорвать на битах с удовольствием бы следил, но типа, почему-то не слежу. Но типа, мне нравится там движуха, это прикольная хуйня. Да. Че, играешь с джокерами на деньги? Да, я не знаю, когда ФБ будет выходить. Кирилл. Да. Ты сейчас, короче, этот, перепусти батл. Блядь, короче, ты понял. Я в Wi-Fi. Да расслабься еще. Нормально? Да, конечно. Точно? Конечно. Я выиграла, вот. Ты знаешь как? Стой. Что сделал-то, блядь? Выиграла. Сейчас, секунду. Ты пара. Да ебать, блядь, что ты нахуй, блядь? Всё. Сам ты параша, пидо. Ебал, закрой свой, я тебя сейчас ебал сломаю. О, закрой. Дальше. За вас, дорогие подписчики. Пошли вы нахуй. Искорица плова. Ну, он толкаешь, это нормально. Капец, ВК мне сразу ответил. Игорь. Не помню, конечно. Адриенко, что-то там. Махать? Нет, это не Натусик. Натусик так что уехала. С Андреем, когда ты сказал, казах хочет забрать миллион, ты сразу на BM посмотрел, это немного вайб убило. Ну как тебе, ну вина? Ну да. Я выиграл. А нет, ты выиграл, у тебя старшка. Да, братишка, завтра встретимся. Два, три, четыре. Чего завтра? Не хуй. Не брат, а завтра встретимся. А, да, ты пьешь, он встречу выиграл. Че? Ну, типа, чувак продолжил встретиться. Бля, есть что за печуги? Сок. На туре, нихуя себе. Короче, зад сейчас встречу, да? Нет, после батла больше людей смотреть стало. Ну, давай, удачи там на встречу. Хули. Училка по-русскому во Владимире живет. Тамара Александровна, салют. О, Тамара Александровна училка по-русскому. Хэвэм мэдл. Во Владимире, блядь, преподает. А? Во Владимире преподает. В 19-й школе, где учился Кирилл. Я не знаю, где эта школа. Салют из Питера. 7, 8. Маркул в жизни еще лучше, чем на видео. Да ясно, блядь. Я продолжаю. Давай. Открывай. Том у меня смотрит. Тамара Александровна, салют! ХМЛ, Тамара Александровна! А где 10? А, Валет, есть, Валет. Она тебя выебала. Бывает, не, я не пью, очень редко. Валет, очень редко. А 10 нету. Ты проебалась. В Иксе может быть проездом только. Да, смотри, когда нет комбинации ни одной. Смотрим по картам. У кого старший карт? У тебя король или нет? А, ну ладно. Все, давай. Спасибо, я поняла тебя. Маркул, да, правильно, чувак, поправил меня, нормально, нет. На фоне играет Бимбл, Бамбл Бизи. Да. То есть смотри, если нету комбинации... Похоронил то, нормальная хуйня, мне нравится. Смотрит по карте. А, ты сам себя похоронил, кстати, видишь. То есть, допустим, у тебя король у меня туз. Нормальный туз, чувак. Туз охуенный человек, значит, да. Получается. А с этим, но похож на этого. Вот в чем фишка. Блядь, как его... Сейчас помню, ты Зар, я же вспомню, сейчас скажу. А потом и спицы, чувак. Вот он на него похож.
Ты до сих пор не понимаешь, на самом деле. Стой ты на день. Купался. Ну у нас есть шутки. Думаю писать. У нас с тобой шутки. Шутки. Ну и все, блядь. Что, приебался, блядь? Моль, нахуй, купался, блядь? Да. Да ясно, ясно, блядь. Одну минуточку. Кирилл, всем наливай. Сейчас всем налью, короче, и... И вот и все будут спать. Домой, нахуй. Блядь, это вряд... Кирилл! Простите, наливай сама хрен. Короче, отолей, блядь, сэр, всем нахуй, поровну, блядь. Диман, ты пупсик, я хуй знаю. Тебе. Короче, мы сидим у чувака, тут, блядь, вообще пиздец, какой-то происходит, короче. У меня вопрос. Да, я согласна. Кирилл, пьешь? А где Швепс, блядь? К этому относится. Осталось так все. Диман? Больше нет. Ты показывал свои... Типа, Ксен, заебись. Да, конечно, они все видели. Ладно, все, обожарно. Салют, Федя, лечи руку. Девушка. Всё, какая девушка? Кирилл. Спроси, какая девушка? Не хватает, да, блядь. Да, моя только. Поменьше. Кирилл. Спроси, какая девушка? Все, чуваки, давайте, короче. Я уехал пить. Все, всем пока-пока. Спасибо большое. Угадай, у кого короче. За общение всем. Вы лучшие. Короче, вы точно. У меня? У меня 4. Всем пока, братишки. Кирилл, давай. Может быть, сегодня еще разок давай, встретимся. Давай, давай. Конечно, ну конечно, блядь, я же пью. Так где он? Салам из родины ПМа. Это Ростов, йоу. Ты вообще где была, блядь? Я тут балкон. Не могу сказать. Балкон, да. Северная опасная улица, брат, но ты все равно подгоняй, будем тебе рады. Убиваюсь по бывшей, ты что, убираешь? Ебал ее в рот. Где, блядь, путь? Подожди. Да что тут смотреть нет ни у кого спадения? Суток да заебись. Нихуя, там ты уже лох. Летая, я бы спалил его, если бы он рядом куда был. Куда ты ставишь, Карин? Куда ты ставишь? Кирюша, давай, что? Давай, ты проебал, у нас пятерка, блядь, максимум нахуй. Точно? Да? Андрей! Давай я поиграю. Андрей! Я... Почему он проиграл твою пешку? Как ты начал сейчас сказать? Всем привет, епупсики! Фанфики не читаю, нахуй фанфики. Да вот пульт. Батлы, короче, в душе не ебу, когда вы тут реально понятия не имею вообще. Я просто типа пью, поэтому не сплю. Иду домой, да? Треки попозже будут, пацаны, попозже треки, а не сейчас. Кстати, позже. Ты будешь рэп записывать? Давай, блядь. В натуре? Давай, ну все, да, тебе фанатку, блядь. Блядь, где, блядь, пульт? Давай. Пульт где, блядь? Я не ебу, ёбаный. Я не переехал в Питер, я дома во Владимире, как обычно, заебали, всю жизнь, нахуй. Да он тоже не знает, да, у него пульт в руках. Потёлочка, пиздец. Просто полный пиздец, чувак. Лучше тебе не знать. Сейчас пульт будет. Окей. И будет заебись. Хорошо. Украина заебись, я хуй знает. Хуйня, вообще, Украина это говно. Они, блядь, если бы не газ, они бы даны померли нахуй без нашего газа, блядь, долбоёбы ебаные. По фактам? По фактам. Поэтому батл на газе. Нет, я тебе отвечаю. Ем водочку, конечно же. Спасибо большое, пацаны, спасибо, всем спасибо. Я завалю, брат, окей, окей. Завалю. Конечно, хуйня не счет, вообще серьезно, она, ну... Я не считаю, что, типа, ее точка зрения правильная, потому что ну, нахуй нужно. В смысле? Про газ? Я считаю, то, что если бы не российский газ, они бы, блядь, давно сдохли. Ты понимаешь, что наша точка с газа соединена к ним, им Путин провел газ бесплатный. То есть он платный, но они за него не платят. Ну, по факту. Ты понимаешь это? Ну и все, нахуй, если бы не наш газ, они бы, блядь, давно, блядь, ну,
на подсосе сидели. По факту нахуй. Ну все, это. Ты, блядь, думаешь, что я, блядь, историей не интересуюсь? Я, конечно же, интересуюсь. Я девочка историческая. Русский люблю литературу. Не, готова по-любому, пацаны, готова по-любому. Окей, окей. Ах ты, сколько! Решают на туре. Дрипы решают. А что это означает? Просто не туре. Просто алмаз. Ну, наверное, да. А вот это? Алмаз, что-то. Просто алмаз. Ладно. Эй, Каш, у меня все найс. Я бы тоже, бро. Не беру по штучке. Бро, мне биты пока не нужны нихуя. Глотай текилу и запнись. Я никого себе не ищу, заебали. Летай в Москве.